Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сегодня я хотел бы показать вам и рассказать немного про японский онсен. Как выглядят горячие источники, чтобы те, кто поехал в Японию, смогли спокойно разобраться и у них не было никаких проблем. Ну давайте начнем все по порядку. Во-первых, перед тем, как залезть в сам онсен, в горячий источник, вот оно здесь есть, вам необходимо сначала помыть свое тело, а желательно и тело, и голову. Для этого вам сначала необходимо воспользоваться вот такими вот устройствами. Это обычная серая сидушка, на которую вы садитесь, чтобы было удобно мыться. И желтые тазики, в которые набирается вода, чтобы можно было быстро ополоснуться. Потому что из крана вода льется очень-очень тонкой струйкой. Также есть обычный шампунь и гель для душа. В данном случае синенькая это шампунь, красная это гель для душа. Вот из крана наливаете. Вот если здесь посмотреть с другой стороны, вот они, краны здесь есть. Наливайте здесь спокойно, также душем пользуйтесь, моетесь, а потом уже заходите в сам онсен, сам горячий источник. В данном случае здесь ротенбура. Это обычный источник, который выходит на улицу. Здесь он под навесом, как вы видите, вверху, чтобы не падали листья и так далее. Но есть иногда такие ротенбура, которые полностью выходят на улицу. То есть если идет снег, он будет прям падать в источник. Очень красиво. Ну и листочки тоже всякие будут падать. Глубина у него небольшая вот такая, как вы видите. Температура воды где-то 45, может быть, чуть больше градусов. Поэтому те, у кого больное сердце, долго не сидите, потому что может быть немного плохо. Прям так у него заходите. Вот сейчас я зайду тоже. Так, просто ножки поплащу. Здесь достаточно красивый такой онсен. Вот здесь вот лягушка сидит, оформлена все в стиле что-то типа того, какие источники показывают в манге и в аниме Наруто. Кто смотрел, я думаю, знает. Камушки везде. Вот здесь льется кипяток. Это все из настоящих подводных вод. То есть это не просто нагретая водичка, это все настоящая вода, то есть горячие источники. Трогать не советую, обожжетесь. Вода получается такой температуры сама, то есть ее никто специально не нагревает. Вот здесь тоже, здесь просто света мало видно, наверное, плохо. Здесь тоже вот льется вода. Вон есть всякие цветочки и так далее. Вот так все это выглядит. Посидели в водичке, попарились, чтобы вам не было плохо. В воде есть камушек. Вот я думаю, видно немного. Садитесь на этот камушек, чтобы ваше сердце было чуть выше уровня воды, потому что если ваше сердце будет все время в воде, вам станет плохо. Даже когда вы заезжаете в отель, вас могут об этом предупредить. Ну вот и все. Когда вы вышли из самого источника, идете в свою комнату, ее я покажу тоже отдельно. Там уже пьете пиво, что вам там нужно. Отдыхайте, остывайте, и будет просто классно. Советую ехать в отели, в которых можно зайти в источник сколько угодно раз. Потому что есть места, где вы зашли один раз на полчаса, а за еще дополнительный раз надо платить просто бешеные деньги. Советую, когда вы будете выбирать, все-таки внимательно об этом думать, чтобы можно было насладиться удобно. Все-таки в источнике еду, чтобы посидеть в источнике, чтобы отдохнуть в водичке, а не просто просидеть в номере. Поэтому, если вы поедете, то можете писать в группе, я подскажу какие-нибудь хорошие источники, в которые уже сам ездил. Может быть, кому-то придется по вкусу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, рассказывайте бабушкам, дедушкам, приезжайте в Японию, плавайте в онсене, купайтесь. Всем спасибо, пока!